Здравствуйте, учащиеся 5 класса. Мы продолжаем наши видеоуроки по физической культуре. Урок номер 8. Тема «Разминка и средства восстановления». Цель урока – знать и определять навыки и последовательность движений при выполнении простых спортивно-специфических техник. Комплекс общеразвивающих упражнений. Здравствуйте! Сегодня я вам покажу общеразвивающие упражнения с мячом. Мяч мы держим ладошкой и пальчиками сбоку. С двух сторон поставили ножки вместе, опустили мячик вниз. На раз поднимаем высоко мячик, прогибаем спину. Раз, прогнулись. На два опускаемся, делаем спину круглой. Два. И раз, прогнулись. Два, спина круглая, прогнулись, раз, опускаемся, два, раз, опускаемся, два. Ноги на ширине плеч, руки к груди, мяч держим все так же, ладошки и пальчики, пальчики широко. Сбоку с двух сторон, локти у нас смотрят вниз. От груди делаем круговые движения, раз. Тянемся вперед. Два. Три. Четыре. Еще раз. Два. Молодцы. Три. Четыре. Умнички. Следующее упражнение ножки оставляем на ширине плеч. Руки поднимаем вверх. Прямые руки. Прижимаем к ушам. Так, чтобы у нас руки и уши стали практически слеплены вместе. Туловище наклоняется вправо и влево. Раз. Выпрямились. Два. Выпрямились. Раз. Выпрямились. Следим, чтобы ноги у нас и руки были прямыми. Выпрямились. Раз. Выпрямились. Два. Выпрямились. Раз. Выпрямились. Два. Молодцы. Здорово. Опять ставим руки к груди, наклоняемся вперед, раз, тянемся вперед, обратно, два, вниз, три, обратно, четыре. Следим за тем, чтобы ноги у нас не сгибались. Раз, два, три, четыре, раз, два, касаемся пола, четыре, раз, два. Три, четыре, и раз, два, три, закончили. Следующее упражнение. Берем, держим мяч одной рукой, поднимаем высоко правую ножку и передаем мяч под правой ногой. Раз, опустили, два, опустили. Следим, чтобы спина была прямой. Поочередно передаем быстрее. И быстрее, 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 быстрее. Спинка прямая у нас, ножки работают, как будто мы бежим скорее, 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 скорее. Молодцы, здорово. Опять положили мяч на руку, передаем мяч вокруг себя, так, чтобы у нас мяч не касался туловища. И с ладони в ладонь, видите, нигде у нас мячик к туловищу не прилегает. И с ладони в ладонь. И тоже стараемся быстрее делать. И в другую сторону. И в другую сторону то же самое, мяч из ладони в ладонь не прижимается. Молодцы. Садимся на пол. Зажимаем мяч между ступней. Ножки прямые, опираемся на локти согнутые. Согнутые руки в локтях. Поднимаем ноги вверх, показываем мяч. Раз. Опускаем. Два. Не теряем мяч. Раз. Два. Ноги прямые. Раз. Не надо очень высоко поднимать. Два. Раз. Молодцы. Два. Раз. Два. И последний раз. Раз. Два. Здорово. Встаем. И последнее упражнение на дыхание. Опускаем мяч вверх.
вниз, а поднимаем руки вверх, вдох. Опускаем, выдох. Вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. До свидания. Техника метания снаряда с прямого разбега, метание теннисного мяча в цель. Рассмотрим технику метания снаряда с прямого разбега. Примите исходное положение перед разбегом. Левая нога на контрольной отметке, снаряд над плечом. Участнику предоставляется право выполнить 3 броска. Начните разбег. Выполните 6-8 шагов разбега. Затем начните проносить правую руку над плечом. Перейдите в положение натянутого лука. Выполните финальное усилие броска активным захлестом кисти правой руки. Во время финального усилия туловище и ноги выпрямляются. Рассмотрим технику метания теннисного мяча в цель. Бросок производится с расстояния 6 метров в закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 сантиметров. Встаньте в исходное положение. Туловище повернуто грудью в сторону метания, правая рука согнута в локте, локоть опущен, кисть с мячом на уровне лица. Перейдите в положение натянутого лука. Выполните финальные усилия броска активным захлестом кисти руки. Во время финального усилия туловище и ноги выпрямляются. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, для чего нужно правильное дыхание в спорте? Домашнее задание. Выполнить приседания 3 подхода по 25 раз. Комплекс упражнений для развития прыгучести. Ответы ты можешь отправлять своему учителю физической культуры на WhatsApp, электронную почту, Kundelix.